Привет всем! Сегодня запишем с вами видеообзор на такое приложение, как «Новости в Украине». Данное приложение находится в категории «Новости и погода». Вот, так что открываем его. Посмотрим, чем же вот именно «Новости в Украине» отличаются от всего остального, да? И, конечно, хотелось бы... Хотелось бы понять, откуда они берут эти новости, но уже вижу, это «Украинская правда», «Корреспондент», «Факта», «ICTV», «Телевизионная служба новин», то есть «ТСН» и «Спорт.ua». Типа вот это вот и есть источники. Ну, посмотрим, как же они выглядят. На украинском языке описание и возможности. Скриншоты всякие разные, да, красочные. Кнопочка «Установить», оценка 4.3, неплохо. Неплохие комментарии, то есть хорошие все, в принципе. Поддерживаемые языки только украинский. И приложение данного автора. Ну, нажмем кнопочку «Установить». Посмотрим новости. Идет установка. Установилось наше приложение «Новости в Украине». И что же мы видим? Видим мы различные новости, да? Различные новости по категориям. Так, это что? «Корреспондент», «Украинская правда», «Факты ICTV», «Радио Свобода», «Спорт.ua» и все. И все, да. Можно ли что-то сортировать? Нет, можно только обновить. Угу. Ну, посмотрим, где тут что-нибудь. Угу. Да, на где-то чем-то похоже. Угу. Можно листать между новостями, вот так вот стрелочками. Сообщать. Ошибка на странице, развернуть, как хотела бы я, да? И убрать вот эту вот штуку. Все убрала якобы. Ага, и она перешла, да? Не хотела бы сюда перешла. И видео даже сюда прикрепляется. Ага. Вот так оно выглядит, играет, все отлично, да? Ну, все, в принципе, так выглядят новости в Украине. Приложение находится оно в категории новости и спорт. Вот. И в магазине для Windows 8.1 профессионал. Все, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и будете новости интересные.